Жизнь полна вызовов и испытаний. В трудные времена вполне естественно чувствовать себя потерянным и безнадежным. Но в 7 стихе 86-го псалма псалмопевец дает нам послание надежды и уверенности. «Когда я в беде, я взываю к тебе, потому что ты отвечаешь мне». Давай поразмыслим над этим стихом и узнаем, как мы можем приблизиться к Богу в трудные времена. 7 стих Псалма 86 — это мощное обещание, данное нам Богом. В нем говорится, что когда мы в беде, мы можем воззвать к Нему, и Он ответит нам. Это обещание основано на характере Бога. Он — Бог любви, сострадания и милосердия. Он заботится о нас и хочет помочь нам в трудную минуту. Когда мы в беде, вполне естественно чувствовать себя потерянными и безнадежными. Мы можем чувствовать себя одинокими и изолированными. Но когда мы взываем к Богу, Он заверяет нас, что мы не одиноки. Он с нами и любит нас. Когда мы взываем к Богу, мы можем выразить Ему свои чувства и страдания. Мы можем рассказать Ему, через что нам приходится проходить, и попросить Его о помощи. Бог может ответить на наши молитвы многими способами. Он может дать нам утешение и покой, в которых мы нуждаемся, чтобы противостоять нашим испытаниям. Он может дать нам силы преодолеть невзгоды. Он может дать нам мудрость для принятия правильных решений. Бог может не отвечать на наши молитвы так, как мы ожидаем, но даже в этом случае Он услышит нас и ответит так, как будет лучше для нас. Вот несколько советов, как взывать к Богу в трудную минуту. Открой свое сердце Богу. Расскажи Ему, через что ты проходишь, и попроси Его о помощи. Доверься Божьему характеру. Помни, что Он Бог любви, сострадания и милосердия. Будь терпелив. Бог может ответить на твои молитвы по-разному и в свое время. Помни, что Бог всегда с нами, даже в самые трудные времена. Когда мы взываем к Нему, мы можем обрести утешение, мир и надежду. Я надеюсь, что это размышление было для тебя поучительным. Если ты переживаешь время страданий, помни Божье обещание: «Почему я в беде, я взываю к тебе, потому что ты отвечаешь мне». Если тебе понравилось это видео, подпишись на наш канал, чтобы получать больше библейских размышлений, подобных этому.